Известная российская модель, бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева на своей страничке в социальной сети Instagram нелестно высказалась об американской модели Эшли Грэм. По словам телеведущей, видно, что Грэм питается сытно и богато. Зря. С таким красивым лицом, такое тело. Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово, от слова «здоровье», сей чувствует. С весом 92 килограмма при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми. Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас, заметила Водонаева. Очень красивая девушка. И если бы ей не нравилось быть такой, то с ее деньгами она бы давно была как Водонаева, она кушает и радуется жизни. А Аленка злая от недоедания, не думаю, что стоит приводить пример на тему о здоровом питании с Эшли. Она шикарна по-своему. Востребована многими брендами oversized. Я живу, например, в Англии, где такое количество полных женщин, но среди них много тех, кто реально кайфует от этого. Для них худые – это недоразумение. Заметили в комментариях пользователи.